Это «Голубчик ТВ», и мы в гостях в модном салоне оптики IQ Optik в Buffalo Grove. Тысячи оправ и солнцезащитных очков на любой вкус и бюджет. Познакомьтесь, это Нармина, хозяйка модного салона оптики IQ Optik. А, Нармина, ну я вот здесь перемерил множество очков, я думаю, что я вот на этих остановлюсь, мне эти больше всего, только затемненные... Ваш цвет, фиолетовый. Да, затемненные только стекла мне нужно, и вот, так, вот такой профессорский взгляд. А, расскажите мне немножко, что у вас есть такого, чего, например, нет нигде, и в чем вы специализируетесь, и как вы вообще помогаете людям? Идея нашего магазина, что можно попасть в оптику и купить что-то недорогое, и одновременно там же купить что-то очень интересное, fancy designer. А из нашего экспириенса часто, когда люди попадают в магазин, один член семьи хочет что-то более дорогое, кому-то нужны только очки для недорогие, и люди начинают ходить в разные магазины, в разные офисы, чтобы разные люди в семье взяли то, что им надо. То есть идея нашего магазина для всей семьи, если бабушке что-то надо, мы принимаем ее Medicare, а если мама хочет что-то с камнями, что-то очень fancy, это у нас есть. Если ребенку нужны спортивные sports goggles, у нас это есть. То есть it's a specialty shop, и мы пытаемся carry everything for everyone, for all ages, all kinds of products. Иногда люди приходят, и они удивляются, что мы принимаем Medicaid, because there's so much fancy stuff, there's so much cool stuff. То есть they're like, are you sure? So I'm just saying, we're not discriminating, we're not trying to focus на какой-то одной группы людей. Это именно магазин для всех, для разных вкусов, для разных стилей, для всех возрастов. Хорошо, а вот эти вот очки мне больше всего понравились. Они, это какая-то французская фирма, да? Yes, Parasite в данный момент, они имеются только в 6 магазинах в United States. Они держатся, не спадают. No, they're really cool. Да? Да. И они от слова Paris, they're Parasite. Это абсолютно новый look. То есть это, если вы хотите что-то уникальное, необычное, это конкретно вот из этой коллекции. Absolutely. То есть, опять-таки, мы имеем имена, которые трудно найти или вообще можно найти. Вот это одна из коллекций, которые мы, опять-таки, единственный магазин из 6 в Америке. А так и коллекции, как фирма Bugatti, коллекция Goldenwood, очень тоже, то есть редкие коллекции, которые тяжело найти. Хорошо, а покажите мне, пожалуйста, Нармина, что-нибудь вот такое, что вот чтобы в русский ресторан пойти, знаете, вот прям с такими наворотами, золото-бриллианты. У нас есть оправа с настоящими бриллиантами и золотом, она у нас в закрытой комнате. Вы знаете, вот вы сейчас большую проблему для меня сделали, потому что люди приходят и говорят, не как все русские. Наоборот, они хотят... Потому что настолько было одно время популярно вот именно это все Versace и золото. С буквами, да? Это как бы стал наш русский стиль, как многие говорят, и многие люди боятся этого, что если вдруг что-то написано, это ассоциируется с этим определенным стилем. То есть, I don't know, люди больше боятся этого, чем хотят. То есть теперь стараются без этих букв? Не русский. Сейчас модно не русский стиль. Okay. Но может быть все равно быть Versace, но чтобы не русский. Хорошо, стиль. А что вот это за очки? Ну, это prescription glasses, These are readers, yeah. These are just funky readers. Часто люди просто хотят очки для чтения, им доктор сказал, какие цифры. И это чуть-чуть попроще, такие... Какой сразу умный вид у меня, а? They're fun, there's some with rhinestones. Mm-hmm. I mean, опять-таки, такие маленькие вещи, аксессуары, которые иногда трудно найти, например, веселые reading glasses, it's kind of hard to find in orange or purple-green. То есть специфически, когда мы покупаем, we want different stuff. Потому что Для детей, допустим, какие-то вот... Для детей, вообще, в данный момент мы сейчас ждем большой заказ детских оправ из Европы, потому что сейчас вот spring break, it was kind of crazy with the kids. Но то же самое, I mean, часто вы идете в магазин, вы не хотите своему сыну, дочке покупать серые, коричневые, черные очки, которые все носят. Хочется что-то интересное, что-то со стилем, что-то хочется недорогое, что-то дорогое. И очень трудно найти хорошие детские очки, честно, я вот просто из experience, it's really hard to find. And многие эти европейские компании, they have so many options. В Европе, конечно, они более концентрируются на стиле, на качестве, чем мы. И когда мы видим цены, которые то же самое, что мы здесь имеем, но выбор гораздо лучше, невозможно не
выбирать и привозить. И из-за этого за короткое время мы были открыты только 2 года. Мы видим всех наших пациентов обратно, их родственных друзей, потому что it's a specialty shop, it's like finding a jewel. So. Если вам нужны какие-то особенные очки или солнцезащитные очки, приходите в IQ Optique, и здесь вам с удовольствием помогут.